Родители вспомнили о нелюбимой дочери, когда она стала богатой. Многие подумают, что родители любят всех своих детей одинаково, но не всегда бывает так. Девочка была любимым ребенком до 10 лет, но потом появился еще один ребенок, ее брат. Однажды девочку увезли на каникулы в деревню к дедушке, и после чего даже не забрали. Девочка спросила, может ли она остаться жить у дедушки навсегда, и он согласился. Так она и продолжила жить там, где и ходила в школу, а позже в университет. В университете она завела очень много друзей и часто навещала дедушку, а вот родители ее даже и не вспоминали. Через некоторое время дедушка Ани умирает, оставив ей в наследство шкатулку с драгоценностями. Как оказалось, эта шкатулка с драгоценностями оценивается в 1 миллион долларов. Что делать, если ты икаешь? Задержи дыхание и быстро выпей стакан воды. Старайся дышать ровно, при необходимости можешь выпить еще один стакан воды. И икота пройдет. Вещи, которые многие не смогут сделать. Трюк называется осьминог, и его могут сделать только 2% людей. Трюк называется паук, и его сможет выполнить только 1% населения людей. Если у тебя получилось выполнить хоть один, напиши об этом в комментариях. Продукты, которые запрещены в Америке. Акульи плавники. Охота за плавниками стала такой большой, тогда их попросту отрезали у живых акул, и это стало для них настоящей угрозой, поэтому их запретили в Америке. Киндер-сюрприз также запрещен в Америке, потому что он содержит внутри несъедобный объект. Почему кошки так себя ведут? Если кошки ложатся на спину, то проявляют к вам любовь. Если кошки царапают мебель, значит они помечают свою территорию. Если кошка медленно моргает, значит она держит над вами власть. Это эпичные провалы дизайнеров. А вот каким был детский костюм на упаковке. А вот таким он оказался на самом деле. И многие скажут, ну, сходство прямо налицо. На этой кружке написано слово «качество», но почти сразу после покупки от нее отвалилась ручка. Вот оно, настоящее качество. Глядя на этот стол, создается ощущение, что над ним кто-то подстриг волосы и забыл их убрать. Но на самом деле нет, просто на нем лежит скатерть с очень странным рисунком волос. Как ты воспринимаешь мир? Ты визуал. Если предпочитаешь смотреть больше видео, рассматривать картинки, любишь больше смотреть на людей, чем слушать их. Ты аудиал. Если ты предпочитаешь воспринимать информацию на слух, ты хорошо различаешь любые голоса и запоминаешь их. Ты кинестетик. Если ты воспринимаешь мир через ощущения, тебе нужно тактильно что-то потрогать, попробовать, пощупать, тогда ты это понимаешь. Ты любишь обнимать людей? Напиши в комментариях, кто ты, визуал, аудиал или кинестетик. Эта иллюзия тебя точно удивит. Чтобы все сработало, следуй инструкции. Сейчас ты перед собой видишь торт, в котором не хватает одного куска. Чтобы иллюзия сработала, подпишись, поставь лайк. А теперь переверни телефон, и ты увидишь, что здесь всего один кусок, и не хватает всего торта. Если иллюзия сработала, пиши в комментариях. Иллюзия, которая тебя шокирует. Чтобы все сработало, четко следуй инструкции. Не моргай. Смотри в центр своего экрана, потому что через 10 секунд я сделаю так, чтобы все предметы в твоей комнате растягивались, расплывались и принимали необычные формы. Эта иллюзия сработает только если ты поставишь лайк и подпишешься, я серьезно. Когда я досчитаю до 5, ты посмотришь вокруг себя и предметы начнут расплываться. 1, 2, 3, 4, 5. Отведи свой взгляд и посмотри вокруг.